Всем привет! Приветствую на канале История в монете. Сегодня мы рассмотрим монетосину Венгрии 50 форинтов 2008 года. Данный тип чеканился из 1992. Большими тиражами монета, естественно, не является редкой и особой материальной ценности не представляет. Да и визуально монетка весьма простенькая. Единственное, чем она примечательна, это изображением явно хищной птицы на оборотной стороне. Вообще-то, все птицы такого типа людьми воспринимаются в основном как орлы, но вообще-то это далеко не всегда так. Вот конкретно на этой монетке изображен балабан. Балабан – это вид хищных птиц семейства соколиных. Он распространен по горам на юге Сибири, в Предбайкалье, Забайкалье, в степях и на всей территории Казахстана. Впрочем, иногда эти птицы встречаются и в странах Центральной и Восточной Европы, в Венгрии, в том числе Румынии и Балканских стран. К сожалению, данный птиц относится к категории вымирающих, его популяция в мире – включая Россию, Казахстан и Монголию, постепенно сокращается. К примеру, по оценкам биологов, с 1992 по 2013 годы общемировая популяция птиц с разных причин сократилась на целых 47%. Вот такие вот дела. Пожелаем удачи в размножении этой симпатичной птички. И на этом у меня все, больше об этой монете рассказать-то и нечего. И всем до новых встреч!